А новая эстакада Сурского моста готова наполовину. Какие работы сделаны, а какие еще предстоят на объекте федерального значения – в нашем материале. Строительный кран поднимает одну из железобетонных балок и установит на опору будущие эстакады. Мостовики выполняют ювелирную работу. Махину длиной 33 метра и весом в 48 тонн нужно аккуратно поставить на свое место. Здесь уже строили дорогу, которую так и не открыли из-за оползней. Эстакада оказалась лучшим решением. Подрядчик приступил к работам в августе прошлого года. 150 строителей работают круглосуточно в две смены. Объект им знаком. Именно мостотряд номер 41 возводил мост через Суру. На сегодняшний день завершены работы по сооружению опор. Ведутся работы по монтажу пролетного строения. Ведутся работы по армированию, бетонированию монолитной плиты. Впереди устройство мостового полотна, гидроизоляция, укладка асфальта. Подрядчик обустроит подъездные пути и построит очистные сооружения. На эстакаде оборудуют системы видеонаблюдения и предупреждения обледенения дороги. Длина эстакады более 700 метров, а стоимость работ – 1,5 миллиарда рублей. Это первый этап большой стройки. Идет параллельное проектирование второй очереди. Вторую очередь Сура. Здесь будет такая же эстакада параллельно. На подъеме будет разворотная петля, чтобы могли люди беспрепятственно проехать в населенные пункты. Надо построить новый мост через Суру. Он будет тоже уникальный. Тот мост, который на сегодняшний день есть, он подлежит демонтажу. Та существующая дорога, которая есть, она подлежит реконструкции. Дадут в июле 2020 года. Дорога будет двуполосной. А к 2024 году планируют построить ее близнеца.